мы перед перерывом, но, к сожалению, автор этой пародии ушел без временного мира, да, замечательный московский бард Игорь Михалев. А пародия осталась смешная. Кожаные брюки, брошенные в угол, ничего не видно в этой темноте. Погоди немного, юная подруга, руки трясутся и глаза не те. Командир со штурманом ведь предупреждали, и хирург нашептывал мне, пуская кровь. Нынче это самое получится едва ли, выпитую флягу не наполнив вновь. Кожаные брюки вновь на старом месте, и в стакане челюсть бьется о края. Ты чего пристала, школьница, невеста? Отойди от девушки, милая моя. Я не очень понимаю причину вашей бурной радости, которую разделить не могу. Тем более, что Губерман, мой друг Губерман, вам известно, написал мне две взаимоисключающие эпиграммы недавно. Одна совсем плохая, а вторая обнадежная. Первая звучит так. Пока еще доволен я собой, и стараюсь себя красиво, слава Богу, и девушки кидаются гурьбой перевести меня через дорогу. А вторая обнадеживает. Еще мне в полной отключке, когда моя третья внучка в Израиле вышла замуж, кстати, он написал такой четверостишек. Еще мы не в полной отключке, и нам опасения лестны, что как бы на свадьбе у внучки не травнусь подругу невесты. Это меня устраивает полностью.